Привет-привет! Привет! Сегодня с вами я, Гори. Алиса! И что вы сегодня будете делать? Подсвечники! Свечи, да, и в подсвечниках. Ну, давайте, распечатывайте. Так. И тут даже инструкция. Как там называется? Свеча? Надо свеча Жозефин, да? Угу. Давайте посмотрим, что там. Вот это? Вот тут даже инструкция. Ну, давайте посмотрим, что там в инструкции. Открываем коробочку. Она там, наверное, скотчем запечатана все. Нет. А, ну да. Ну давай, распечатывай. Так, что здесь есть? Так, и что там получается? Так, а тут не надо, там вон сверху, видишь, коробочка открывается. Так, ну открывай коробочку. Что там будет интересно в коробочке? Интересного. Да? Угу. Все, вытаскиваем из коробочки. Так, что там Алиса увидела? Картонку. Садись, Алиса. Что там? Кружки. Так, это свечи такие. Так, одна. Ну, сначала две. Ну, сначала одну будем свечу делать, да? Да. А потом три. Три стаканчика. Что там еще? Что там? Не достается никак. Ложка. Ложечка. Ножик пластмассовый. Так, осторожно. Так, это гель цветной. Опять штука. А там что? Там песок, наверное. Крем. Что за крем? Я это не крем, это блестки, наверное. Все? Ну так, это лишнее убирай. Так, ну что, теперь, наверное, нужно застелить. Так, убирай, нужно застелить клеенкой, чтобы стол не испачкать. Вот, я буду няне помогать. Давай, садись. Вот. Что застелили? Так. Так, ну, наконец-то мы расстелили скатерть, да? Ну и что там, давайте разбирать, что там дальше нужно делать. Я буду вот это открыть. Так, это что Игорь достал? Жидкость какая-то. Какая-то жидкость? Мне кажется, это не жидкость. Это воск, наверное, гранулы воска. Ой! Фу, мерзость! Это какая? Это гель специальный для свечи. Ну, мерзость-то какая. Так, что у нас написано? Давай, читай. Ну, вслух читай, чтобы все слышали. Так, если чите из банки при помощи ложечки четверть прозрачного гель. Ну, значит, нужно на четыре части разделить. Так. Начерти на четыре части. Крест-накрест? Ну, да. Так, и пополам. Получается? Ой, я не испачкался чуть-чуть. Ну, ничего страшного. Это какое-то желе, мерзкое. Я не
Так, покажи, что там дальше нужно делать? Так, пусть просто шлигеля. Выложите его на клеенку. Четвертую часть выкладывать нужно на клеенку, насколько я понял. Четвертую часть. Прочитай еще раз внимательно. И слегите из банки при помощи ложечки. Вот и, я уже при помощи ложечки. Что, читай, что там написано? Слегите из банки при помощи ложечки четверть прозрачного геля. Вот, четверть. Это четвертую часть из баночки, значит, мы вытаскиваем, да? Угу. Ну, давай. Да. Ты дальше внимательно прочитай, чтобы понять, что дальше делать. Угу. Ну, читай. Читай. Так, чтобы выложите его на клеенку и измельчите. Дальше читай. Измельчите ножом на мелкие кусочки размером в 5-6 миллиметров. Давай, выкладывай четвертую часть и измельчай ножом на мелкие кусочки. Четвертую часть на клеенку вытаскивай. Давай. Ну что же он не хочет? Ну рукой помогай. Нет, ложечка, ты так рукой раздавишь все. Четвертую часть именно чтобы было, потому что тут три свечи, нужно, чтобы на каждую свечу хватило, да? Да. Ну, какой гель, да, получается? Да. Интересно. Да, нашел малиновый. Малиновый? Это как желе, да? Да, малина как желе. Он мне нравится вот это. Давай на части, которые 4-5 миллиметров. 5-6 миллиметров. Ну или 5-6. Я сейчас все порежу. Что получается, Алиса? Желе. Ну-ка, поскольку там получаются размеры, какие? Это еще большие, нужно помельче делать. Гель надо. Да? Прозрачный? Да. Ну, это тоже прозрачный гель получается. Да, как классный, как прозрачный, как классный. Ну, во-первых, более-менее 5-6. Так, дальше что там получается нужно делать? Сначала. При помощи ложечки. Дочитывай до конца. Так, при помощи ложечки наполните нижнюю треть стаканчика и аккуратно уплотните рисунок второй. Ну, как на рисунке? Так что, при помощи ложечки наполните нижнюю треть стаканчика. А что, получается, вот эту вот штуку нужно вниз стаканчика? Вот то, что ты измельчил, да. это при помощи ложечки там или рукой накладываешь и уплотняешь. Нижнюю треть стаканчика. Мне кажется, их еще помельче нужно сделать. Да? А, да. Просто они уже делаем тоже 5-6 миллиметров. Ну, все. Теперь давай нижнюю треть стаканчика, как на рисунке, и ложечкой уплотняешь. Так, ну-ка, как красота получилась. Это не пожарный, а малиновый. Да? Так, да. Еще или еще? Все. Все складывай. Все, что измельчили, вот это вот все складывай. Потом и аккуратно, чтобы с внешней стороны-то красиво было. А может там прям еще или большую часть? Смотри, как в инструкции, как на рисунке. Там же написано, всю четвертую часть измельчили. Так, и теперь уплотните рисунок второй. Так, уплотните. Уплотните.
Так, ну что, Егор, утрамбовал? Да, все. Ну-ка. Да, надо посильнее, наверное, утрамбовать, чтобы ты, это как бы третья часть. Ложечкой. Так. Теперь там что написано? Ножичек салфеткой вытирай, искривай и блестки посередине чуть-чуть добавляем. Так, подай-ка мне инструкцию, я прочитаю, что там дальше нужно делать. Так, при помощи, наполните нижнюю треть стаканчика и аккуратно уплотните. Это мы сделали. Вытрите нож салфеткой, наберите аккуратно блестки из пакетика и равномерно засыпьте поверхность геля в стаканчике. Открывая вот эти синие блестки, только не рассыпь, и на кончике ножа туда в стаканчик насыпаешь. Аккуратненько. На кончик ножка их нацепить. Ножом это, ножом туда это. Да. И высыпай туда. А как? Так, хорошо, постучи по краям, чтобы он весь рассыпался. По краям, по стаканчику стучи, чтобы он рассыпался, да. Все, что там мы дальше делаем? Так, и засыпьте. Так, дальше извлеките из банки, измельчите четверть прозрачного геля. Наполните среднюю треть стаканчика. Так, дальше блестки убирай, нож. Нож вытирай. И выдавливая теперь из белого тюбика выдавливай, сколько там получается, ну четвертую часть где-то, выдавливай на стол. Он прозрачный. Прозрачный, да. Сколько? Вот все. Ну давай теперь, что там, теперь опять ножиком нужно, так. Измельчите из банки, наполните среднюю треть. Давай, измельчай и наполняй также ложечкой. Потрогай, конечно, потрогай. Мягкий? Да, нравится. Нравится? Да, мне нравится малиновый и белый. Только ну все, бери теперь ложечку и накладывай или руками, как чем тебе сейчас удобно. Мне нравится малиновый. Прозрачный, мне очень нравится. Да, хорошо. Так, потом опять блестками. Угу. Все понятно. Ну что, получается там у тебя мелкие, да? Там филипки, они сами слепляются. Ну и все, пойдут как раз такие. Давай их теперь туда накладывай, утрамбовывай. Да, как на рисунке тут. Так. Ложечкой утрамбовывай. Так, где ложечка? А вот нужно, наверное, ложечку тоже протереть. Красивая свечка, Алиса, получается, да? Да. Мне нравится позади. Посильнее утрамбовывай. Так, ну-ка поаккуратнее, поаккуратнее, чтобы она не смешалась там. Мне нравится пожарный и малиновый. Да? Да. И поток, а он мне нравится цвет. Угу. Все? Да. Так, ну теперь блестки опять чуть-чуть аккуратненько синий ножичком ковар туда засыпай. Синий. Я буду тоже их трогать. Вот эти блестки. Ну, потрогай. Только у тебя пальчики тогда синие будут. Не будут. Будут. Так, аккуратно. И аккуратно там рассыпай на это. Так. Ну еще набирай. А можно мне потрогать? Ну потрогай. Блестят пальчики, да? Да, мне нравится
Так, смотри, что Егор там делает, да? Ну, какая красота получается. Ты в самый уголок, Егор, пакетика залезь, по стеночке веди ножиком, и в самый уголок залезь, и он как раз насыпется на ножик. Только смотри, чтобы не высыпалось все, потому что еще на другую свечу надо, чтобы хватило. На другую. Так, вот. Вот этим и вот этим. Вот, видишь, как красиво получается. Так, ну что, теперь сколько там получается? Много? Красиво там? Ну, видно, что красиво, да? Угу. Давай теперь часть вот красного геля, который делали, опять измельчай и будешь насыпать теперь. Это у нас уже завершающая стадия на первую свечу, да? Что? А опять вот этот гель брать? Да, четвертую часть берешь, вот ножиком бери, нож сначала вытри. Да. Да, нож салфеткой вытирай и ножичком измельчай. На, так, на сколько там? На 5-6 миллиметров, да? И вот тут вот такой ушок и кушок. Он такой... Кажется, так танцует. Он танцует так. Классно. Танцует? Такая... Да. Классно, обалдеть, это как будто желе. Так это и есть желе. Класс. Алиса, потрогай. Да? Так, ножичком, а то ты раздавишь руками. Ножичком давай измельчай. Его потолковый кушок, он так танцевал. Танцевал? Да. Ну это гель, он всегда танцует, да? Да. Да? Да, они так танцуют. Ну здорово. Я их потолкала, они так танцуют. Танцуют? Да. Вот это приколисты. Да, приколисты. Приколисты. Угу. И мне очень нравится яркий цвет. Яркий? Какого цвета? Ну смотри, чтобы они помельче были, чтобы удобнее было трамбовать. Какого цвета гель? Пинк. Розового? Малиновый. Ну, малиновый или розовый, да. Он как будто бы как клубничка. Как клубничка. Да. Да. Ну все, наверное, Егор, хватит. Давай теперь насыпай ложечкой. Так. По-моему, я не помогу нашипать. Помогай, конечно. Я же не помогу нашипать. Да. Сюда. Очень нравится? Как пахнет. А чем он там пахнет? Клубникой. Клубникой? Да. Вот, наверное, клубничный гель такой. Свеча, наверное, будет пахнуть клубникой, да, когда да. будет гореть? Да, ароматическая свеча. Ароматическая? Алисе пахнет клубникой. А Егору чем пахнет? Гелем. Гелем? Ну, у Алисы более романтичная, значит, свеча. Ей пахнет клубникой. Так, ну что там дальше? Дальше нужно утрамбовывать нам, да? Угу. И вставить фитиль. Так, наполните верхнюю треть стаканчика, аккуратно нажимая и не пере... Так, а потом фитиль. Утрамбовывай, значит. Мне кажется, так. Можно было побольше. Потому что вот как я ее сильно утрамбовала. Нравится. Ну, можешь еще чуть-чуть красного геля добавить. Мне тоже нравится. А в другую свечу больше белого добавим. Ладно. Чуть-чуть возьми ножичком. Вот его измельчи сейчас. И добавишь. А я пока... Да, а ты вот это вот, Алиса, все собирай да. и складывай. Да. Чтобы побольше. Чтобы он был там, в чашечке. Чтобы не было шипаться. Эй! Эй! Так. Эй, гель! Что ты прилип? Прилип? Гель прилип? Да. Говорит, хоть прилипнут к нам.
Да? Пальчиками. Здорово. Гэль, не припали к нам пальцами. Гэль, не припали к нам. Так, ну вот красота получилась. Что, потом фитили, наверное, в конце будем все вставлять? Нет, ну сейчас. Так, нужно аккуратненько в середину, как-то, наверное... А каким вот так, да? Ну, как-то надо этого мудриться, вот так вот вставлять. А, вот тут, о, и чтобы 10-15 миллиметров осталось. Вот, все, все. Так, ну вот все, у нас получается одна свеча готова. Ну-ка, показывай, Егор. Так, сейчас... А, вот красивая свеча. Со всех сторон покажи ее. Вот какая красивая. Со всех сторон не надо, только с вот красивая свеча с фитилем, да? Да. Замечательно. Все, это тогда свечку отставляем и делаем. Делаем вторую свечу. Вторую свечу делаем точно так же, только сначала насыпаем прозрачный гель, потом блестки. А потом красный гель, потом сверху опять будет прозрачный гель. Сначала прозрачный гель, так. Ой, какая... Так, его побольше выдавливай, потому что нам его нужно будет только... Ой, а тут дырочка. Ну, ничего страшного, через дырочку можно. Он тоже нам чует. О, классно. Хоть через эту дырочку, вот, давай через нас дырочку. Посмотрите, как классно. Главное, чтобы там осталось еще. Классно. На третью часть. Тут еще осталось, вот видишь. Тут, кстати, даже побольше, чем надо. Давай, измельчай. Папа, он тоже танцует. Танцует? Да. Малина и пожатый тоже танцует. Это мы делаем второй вариант, да, получается? Да. Второй вариант, вторая свеча. Угу. Так, вот это стелить, а бочком нет, не стелить. Да? Да. А вот там, а под стачками стелить. Так, Егору сейчас будешь помогать, да, гель? Да. Нет, красный туда не надо. Сейчас Егор будет прозрачный гель туда складывать, да? Я буду не только помогать. Да, ты будешь? Помогай, Алиса. Куда так, стаканчик, да. Ой. Так, только аккуратненько. Чтобы не снаружи. Снаружи там посмотри, поубирай, чтобы на стенках не было. Сейчас. Эй, я сейчас свои руки. И мне. И Алисе дай салфеточку, чтобы на руки вытянула. Чтобы они не прилипали. Да, чтобы они не прилипали. Да, кука. Да, там внутри не надо, внутри же ты все равно еще гель будешь снаружи. Так, теперь утрамбовывая ложечкой и засыпаем блестками. Все, я уже свои ручки вытер. Все, пойдет вот так вот. Сильно не надо утрамбовывать. Все, Егор, пойдет. Давай блестки делай. Как такие? Синие? Ну, синие, да. Аккуратненько по краю стеночки веди и в уголок. И там тогда тебе много насыпется. И засыпай. Красивые у нас свечи получаются, да, Алиса? Гели потока, они так танцуют. Гели танцуют, да, танцующие гели получаются, да? Получаются танцульные гели. Танцульные? Да. Здорово. Нет, так, сейчас Егор будет украшать вторую свечу блестками, да? Одинаковые такие. Да. Да. Так, ну давай тогда. Что? Красный гель теперь. А еще. Какую? Часть побольше или часть поменьше? Ну, поменьше бери. Угу, поменьше. И вот тоже так. Ну, тоже клеим. Вот столько вот? Ну да, теперь разделяй. Разделяй на кусочки. Тоже танцует? Да. Ну, он танцует. А мне убрать? Конечно, нож нужно протереть салфеткой, чтобы гель-то был. Ми-м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 и. И сверху тоже, сверху смотри, осталось. Вот тоже так танцует. Руки тоже надо протереть, руки у тебя в блестках. Ми-м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 и. Ну, эту салфетку уже не теешь. Ну, главное, чтобы он не прилипал. Все, давай теперь разделывай. Я не буду руками, а я
ложкой. Да, ты руками, а няня ложкой. Танцует Гель, да? Да, он тут так там же. Бим-бим-бим-бим. Он так там же. Бим-бим-бим-бим-бим. Ну, здорово. Смотри, Егор уже научился, у него уже как быстро получается, да? Мне тоже получается так резать. Тоже так резать получается? Да. Ну, здорово. И танцует Марина, и вот так бим-бим-бим-бим-бим-бим. Да? Да. И в лёжке так танцуют. Бим-бим-бим-бим-бим-бим. Так, сейчас Егор нарежет, Алиса будет помогать Егору складывать, да? Вот еще нарезал. Так, ложечка. Ну, по-моему, они сильно крупные получаются. Ну, чуть помельче еще. Нет, надо. Я сейчас съешу. Там мелкие сильно не надо тогда резать, а крупные ты их порежь еще, чтобы красиво было. Или просто разница. Если мы руками ладно. Так, вот Алиса помогает Егору складывать, да? Бим-бим-бим-бим. Они так танцуют. Бим-бим-бим-бим-бим. Так. А потому что... Мне кажется, у нас какая-то девочка получается. Что получается? Маленькая сучка. Почему? Нормальная, как раз она хорошая получается. Белочка, стяжи, чтобы не было. Молодец. Все, и садись, присаживайся. Ну а потом, папа, что, блестки и все? Потом блестки, и потом белый гель еще. А, тогда ладно. Я буду сама его тогда. Садись, садись. Будешь сама. Да, выдавливать. А потом я скажу свечи. Я буду сама его выдавливать. Наверное, еще красного геля чуть-чуть возьми. Чуть-чуть отрежь его, потому что еще на третью свечу надо, чтобы осталось. Третью свечу остатки всего будут. И все, хватит. Тоже вот танцевать. Я буду вот тоже. Тоже будешь с этой свечой танцевать? Ой, с этим гелем танцевать, да? Бим-бим-бим-бим-бим. Это он так танцует? Да. Здорово. Бим-бим-бум-бум. Давай, помогай Егору складывать. Вот. Так, Егору трамбовывай. Я буду тоже бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Утрамбовывать. Да. Я буду тоже его. Садись, Алиса. Так, видишь, какой Егора получается уже быстро. Все утрамбовал. И теперь все блестки туда высыпай. Можешь пакетик открыть, стаканчик сыпать. Стаканчик его в стаканчик опусти, чтобы не снаружи сыпалось, а. Ленин помогал нам сыпать блестки. Они что-то не хотят. Ну, ты вот так вот пошевели стеночкой. Потому что не хотят. Их нужно разорвать. С какого? Из бутылочки он хочет, чтобы я его тебя... Чтобы я его достал. Он хочет, чтобы... Да, хочет из бутылочки. Да, чтобы я... Ну что там, блестки все? Закончили с блестками? Ну все, давай теперь прозрачный гель выдавливай. Нет, прозрачный, прозрачный. Это вот на остается на третью свечу. Все? Нужно все выдавливать? Нет, там, чтобы еще на третью свечу осталось, то есть половину из этого выдавливай. Ну и там немного нужно будет на то. Ну все, наверное, хватит на эту свечу, на вторую. Разрезай его. Они тоже танцуют. Тоже танцуют? Да. Ну, здорово. Они такие смешные, даже они тоже танцуют. Тоже танцуют? Да. Танцующие гели получились, да? Да. Здорово. Люди их сделали танцульные. Танцульные? Да. Угу. Танцевальные. Танцевальные, правильно, да? Да. Они такие танцующие. Так, ну что? Вторая свеча подходит к завершению, да? Да. Осталось только трамбовать и фитиль вставить. Я тоже хочу их. Хотя, стой, нужно еще. Ну, давай еще. Ох, я хочу потанцевать. Ну, потанцуй, потанцуй. Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим.
Ой, здорово, как Алиса с гелем танцует. А все, Егор, хватит. Они так танцуют. Танцуют так? Да, они смешные, даже танцуют. Здорово. Сильно не утрамбовывай, так чуть-чуть, и вставляй фитилек. Вот с ума я вставляю фитилек. Ну, а тут у тебя, наверное, не получится так аккуратно, как у Егора. Так, 10-15, вот так, все, много сильно не это. Так, ну давай показывай, как у нас еще свеча это получилось. Так, здорово. Так, две свечи у нас, да? Да. Ну и давай делаем оставшуюся третью свечу. Так, а что мне это надо сделать? Так, туда, получается, у нас руки вытирай тогда сразу салфеточкой. И мне надо вытирать. Вытирай, конечно. Так, насыпаем цветной песок. Мы будем тут моделировать с разными песками, да? Цветной песок? Вот, вон цветной песок. Вот эту открывай. Там написано красный. Вот сюда, да. Ножницами, наверное. Вот ножницы. Ну, Егор хочет так открыть. Они классные! Это в стаканчик нужно сыпать. Рассыпался песок у нас, да, теперь Егор будет... Папа, я их потанцую. А как ты песком будешь? Теперь Егор будет ложечкой клеенки собирать. Ну, потанцуй. Мне тоже надо рассыпать. Все, не надо рассыпать, Алиса, потому что Егор сейчас будет это все в стаканчик собирать. Молодец. И здесь. Все. И я не буду собирать, помогать вот эти. Они классные. Я же сказала, они не синие, а классные. Красные? Да. Понятно. Я же сказала, не синие, а классные. Красного цвета, да, песок. Да. И я не помогу сейчас собрать весь вот этот штучку. Можно я не помогу все собрать? Ну все, теперь, Егор, открывай белый песок. Разровняй, чтобы это ровно было. Потряси стаканчик. Все, ровненько, чтобы было. Теперь открывай белый песок. Белый? Да, и высыпай их в стаканчик. Я буду не только помогать. Руки вытирай. Руки вытирай салфеткой. Мне сейчас помогу открыть. Давай Егор откроет. Я это не могу. Я говорю, стаканчик, да? Да. Ну ты же свечку делаешь, знаешь, стаканчик осыпаем. Ой, я не спрашиваю. А сейчас слушай. Они как камушки. Да, это как есть камушки. Алиса, это есть мини-камушки? Да, мини-камушки. Так, теперь потряси, чтобы разровнялось. Я хочу тоже. Все, ровненько, да, получилось? Да. Так, и теперь, ну, вон, давай вон фиолетовый песок тоже разрежь, а сверху насыпь. Угу. Фиолетовый, это я как я любила. Ну все, красиво получается. Дальше теперь что у нас там гель какой остался? Страшный. Какой там нам нужно? Классного. Да, здесь банки оставшуюся часть прозрачного геля. Танцую. Давай прозрачный гель сначала. Пап, я сама его выдавлю. Прозрачный гель весь до конца весь уже выдавливаете. И вам вот ножницами разрезать этот тюбик и оттуда все. Ложечкой соскрести. Мне не хочется разрезать.
Повдоль нужно разрезать. Ну вот и выдавливайте оттуда оставшийся гель весь. Чтобы он нам сшивал. Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Так, остатки геля выдавливаем на стол. Бим-б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 им. Алиса, а если надо папочкать этот гель? Они танцуют. Да. Снимаются, танцевали. Ну все, разрезаем. Я буду разрезать. Ну, это Егор будет разрезать. Вот он какой с фиолетовым песком смешался, и получается прозрачно-фиолетовый, да? Мне тоже нравится яркого цвета. Да. Все, помогай Егору сейчас его складывать туда, в третью свечку. Да, я мне не буду помогать. Я мне не буду помогать, пусть ты не будешь забивать. Давай. Оп-оп-оп. Все. О, теперь утрамбовываем. Бедные, надо мне усилить ушки. О, бедная ушка. Ну, вытирать, значит, салфеточкой ее. На ложке уже ничего не осталось. Так, утрамбовываем. Сильно, сильно. Ой, яркий. Ой, что там такое делает? Что ты? Ну и красный гель теперь. Что если ты такое с нашим гелем, да? Гель танцует, Алиса, скажи, да? Он же танцующий гель, нянечка, да? Нянечка, он танцующий. Все, разрезай теперь этот гель на кусочки. Пап, можно я его? И тут получается мы много Пап, оставили, его, да? Можно во вторую свечу сверху чуть-чуть красного Пап, геля я еще его добавить. Потанцую. Так потанцуй, конечно. Нравится танцевать? Да. Здорово! Вот какие вы замечательные с Егором свечки Алиса сделала, да? Да. Алиса Егору помогала, а Егор в основном делает, да? Да. Что Егор сейчас делает? Бим-бим-бим-бим-бим. Мы танцуем, танцуем. Мы сказали, они танцуют. Да? Да. Вычу. Шелочки вытянули, чтобы не были липкие. Все, я уже их вытянула. Ну и все. Пап, вот и я сама не помогу. Так, ну это сильно много, да, получается? Да, но можно что, чтобы это, потому что мы будем сейчас сильно утрамбовывать. Ну, можно чуть-чуть красного геля во вторую свечку да, там добавить сверху. Потому что тут сильно много получается. Да. Ну, а вторую, чтобы она покрасивее была сверху, да? Только там фитиль нужно будет чуть-чуть поднять. Ну и все. Так, ну вот еще чуть-чуть осталось, тогда в какую-то свечку добавь еще. Вот на клееночке еще осталось. Ну это во вторую добавляй тогда или в первую. Может это лишнее, думали, что не хватит на третью, а получилось лишнее, да? Да. Ну что, утрамбовываем и что? И что, вставляем фитиль? Да. Вот фитиль. То же самое. Так, вставляем фитиль в третью свечку. Вот какая красота у нас получилась. Ну, а там дальше песок не даст. Ну, вот, пускай он такой будет фитиль. Потому что там дальше песок, он плотный, он не даст дальше залезть. Ну, показывай эту свечку. Третью. Три свечки, да, у нас получилось? Так, ага, вот они стоят. Сейчас мы их посмотрим. Ой, какие замечательные свечки получились, да? Ну, будем их зажигать или нет? Сейчас будем зажигать. Я буду его сама зажигать. Да, сейчас. Будем зажигать.
Сейчас уберем вот это вот все, чтобы не поджечь салфетки. Угу. И зажигаем. Да? Угу. Так, ну что, мы тут наконец навели порядок, да? Угу. Выставили наши свечи, которые Егор сделал с помощью Алисы, да? И теперь Егор будет их поджигать, зажигать свечи праздничные наши. Так, одна свеча. Так, ну ладно, одну пока зажгли. Вторую свечу зажигаем. И третья. Вот у нас горит три свечи красивые, да? Ну-ка сейчас посмотрим их. Вот Егор их вместе ставит. Вот они какие красивые у нас свечки получились, да? Да? Да. Красивые? Да. Все капельки. Капельки? Ну все, свечки готовы. Да. Говорим все пока-пока, да? Пока-пока! С вами были Егор и Алиса. Егор и Алиса. Все пока-пока! Пока! Пока.